Привет, это тренинг-шоу «Будь в теме». И с вами Алиана и Карен. Алиана, ты знаешь, я хотела тебя спросить, ты сказки любишь? Ну, сейчас не очень, но в детстве, да, любила. Да? Особенно про принца на белом коне. А, это все девчонки любят. Ты знаешь, я хотел бы тебе рассказать одну сказку. Жила-была одна девочка, и она всегда любила слушать сказки про белого коня. Коня. И принца на белом коне. Вот, и она ждала этого белого принца всегда. И ты представляешь, и вот в ее мечтаниях вот все это так красиво, вот все вот так вот разложено. В ее розовых очках. Да. Так. И тут она его увидела. Она влюбилась по уши. И он соответствовал ее ожиданиям. Но прошло время, а оказалось, это вовсе не принц. А кто? А леший. Кажется, Карен, это даже не сказка, это вполне похоже на реальность. Знаете, к нам в контакт-центр в последнее время поступает очень много писем от девушек и от ребят, которые состоят в бесперспективных отношениях. Что я имею в виду? То есть встречаться с женатым, с недоступным или непонятным мужчиной, или же когда мужчина встречается с девушкой, которая его использует, это дорога в никуда. Сегодня мы не будем никого судить. Мы просто поговорим о том, что же делать, если что-то подобное случилось и с тобой. Ну что, поехали? Поехали. Тема нашей сегодняшней программы – прекрати себя обманывать. Или бесперспективные отношения. Ну что, Карен, хочешь, я тебе теперь расскажу сказку? Сначала я тебе расскажу, потом ты мне рассказываешь. Давай, бери. Ну давай. Так я тебе расскажу реальную сказку. Сегодня давай. У нас в гостях будет Катя. И, конечно, история у нее вообще невероятная, да? Катя познакомилась с парнем, который, ну, в прошлом был женат, у него была семья и ребенок. И, так скажем, отношения там завершились таким образом, что не по причине прелюбодеяния они развелись. Поэтому по библейским нормам этот человек не имеет права на повторный брак. И, соответственно, Катя христианка, она живет по Библии, поэтому она все это знала. Вот, но она все равно решила начать отношения с этим человеком, ну, по причине того, что как бы она считала, что, ну, каждый же имеет право на счастье, да. И, соответственно, Катя хочет разобраться, да, как, если вдруг что-то подобное повторится, если вот она поймет, что что-то идет не так, как из этих отношений вовремя выйти, чтобы потом не было так мучительно больно. Нам надо забрать Катю, да, чтобы как-то более подробно разобраться в ее ситуации. Вот она где-то здесь стоит. Это а, вот Катя. Она. Сейчас я открою окошко. Катюш, давай, садись к нам. Привет. Привет. Привет, привет. Привет, Катюш, привет. Привет. Ты молодец, что без коня, без белого. А вот и героиня нашей сказки. Да. А вот скажи, ну то есть ты ведь, я правильно понимаю, ты изначально понимала, что да, это отношение, ну грубо говоря, в никуда, да? Я знала все обстоятельства, которые были в прошлом, то есть от меня не скрывали, но я так оправдание искала, что возможно, а вдруг, а что, и, ну люди все должны же счастливыми быть. И как-то, ну вот хотелось, просто хотелось. В какой момент ты поняла, что все, вот это конец, ты больше так не можешь? Ну, это нарастанием, наверное, шло. Это не сразу, потому что я очень долго думаю обо всем. И я несколько раз, может, прерывала эти отношения сначала там, потом через какой-то, ну, недельки, месяцев, и еще раз. А как решила. Он реагировал на это, на все? Просто как-то соглашался со мной без всяких объяснений, там, расспросов. А даже
наверное, я так большей части, наоборот, боялась за человека того и хотела его как бы подбодрить, что он, не он виноват в чем-то, просто я так решила. А он что тебе отвечал? То есть ты говоришь, вот я решила расстаться ну, с тобой. Ну, хорошо, ладно, все. То есть так просто, хорошо, ладно? Карен, вот это как просто хорошо? Мне кажется, если бы вот парень я, вот, нравится ну, девушку, я вот так, что я да, да, хотя бы что-то там. Я тирану, как сказать, да, такую оду писала целую, а в ответ, ну, несколько только слов. Ну, и что, все, да? Все, да. Но получается, он тебя просто не любил, как бы? Мне многие советовали, говорили, что не стоит тебе с этим человеком встречаться, потому что вот такая у него там, ну, прошлая жизнь, и по библейским как, принципам, да, это неправильно. Я как бы это знала, но... Хотела убедиться сама. Да, сама убедиться. Стала там много что-то читать. Ну, все никак, мне никак-то не... Сердце не отпускало, да, все как-то не отпускало. Я хотя, когда первый там раз сказала, да, все, давай, закончу, потом я не могла просто спать, вот это, ну, такие эмоции были, и что я опять возобновила эти отношения, ну, он тоже как-то так легко... Хорошо. Ну, давай, да, да, да. То есть ему было все равно? Ну, по ходу дела. Ну, это уже, наверное, время, когда проходит, ты начинаешь анализировать и понимать, что происходит на самом деле. Когда ты в ситуации, то, конечно, очень сложно. Ну, да, даже то, что все обстоятельства говорили нет, для меня не прям уж ясные были. Да, я поняла. Ну, вот, наверное, еще сложно было, да, мало принять решение, да, какое-то, что ты для себя поняла, что все, поставила точку. Но я знаю, что было очень тяжело после, да? Вот, когда ты это все завершила, прийти в себя. Ну, это да, это всегда так. Ну, наверное, когда первый раз я все пережила, и поэтому, когда я второй раз сказала нет, ну, уже давай точно, я уже менее так переживала, потому что я, наверное, за первый раз все это... Потом набралась, да? Да, да, да. И вот, кстати, сегодня, да, у нас и будет, да, возникать вопрос, и поговорим, все-таки, какие отношения находятся в группе риска. И, конечно же, как понять, что они бесперспективны, желательно на какой-то начальной стадии, чтобы не потратить большого количества времени на это, на все, да. Также мы разберем, как девушке понять, что парень настроен серьезно. А, соответственно, парню как понять, что он находится не во френд-зоне, что девушка его не просто другом считает. Вот обо всем об этом мы сегодня и поговорим. Ну вот, дорогие друзья, мы подъехали, и сейчас давайте мы попробуем смоделировать ту ситуацию, которая произошла у Кати, и посмотрим, как она будет реагировать. Может быть, что-то можно улучшить в этой ситуации. Да, дорогие друзья, если с вами произошло нечто подобное, пожалуйста, пишите, не стесняйтесь нам на Viber, WhatsApp или в контакт-центр. Вся контактная информация на ваших экранах. А мы пошли моделировать, да, ситуацию. Да, мы пошли. Катюш, готова? Да, да. Ну, пойдем. Все, пойдем. Давай. Но вот сейчас мы смоделируем ту ситуацию, когда ты для самой себя решила, что это точно нет, да? И я знаю, что ты не сидела сложа руки, а ты, так скажем, предпринимала способы, чтобы отвлечь себя. Что это было? Ну, мне помогает это рисование, краски примерно. Я, много картин удалось написать? Ну, немножко, немножко, да. Но еще мне нравится читать, и поэтому я еще читаю. Ну, конечно, чтобы из этой ситуации выбраться, помогает общение с Богом. Ну, хорошо. Давай сейчас я предлагаю сесть в нашу машину времени и вернуться, так скажем, в ту ситуацию. Да? Представим, что после того, как ты принимаешь определенное решение, проходит неделя, и тот молодой человек приходит к тебе, ну, в нашем случае это Карен, да, но ты для себя решение приняла. Давай посмотрим, как ты будешь действовать, старайся вести себя максимально естественно, и потом мы разберем эту ситуацию и посмотрим, что можно улучшить, чтобы потом такого не повторилось в будущем. Вот он пришел, ты иди открывай. Хорошо. Что ж, дорогие друзья, пожелаем Кате удачи, ведь наш герой подготовился. Карен пришел с шикарным букетом. Посмотрим, что сейчас будет делать Катя. Спасибо. Можно я тебе открою дверь? Спасибо, спасибо, да. Заходи. Почему ты пришел? А? Ну, ты знаешь, я на самом деле очень
Я раньше хотел прийти, просто что-то как-то вот надо было собраться с силами, с мыслями, и я просто хотел тебя увидеть. На самом деле я соскучился. Просто мы неделю не общались, и я думаю, ну, мне чего-то не хватает. Я реально вот... Зачем? Ну, смысл? Смысл? Ну, потому что я тебя люблю, потому что я хочу как бы строить дальше отношения, но вот наше расставание, оно было нелепое, мне кажется. Ну, не знаю. Я когда тебе сказала, что мы расстаемся, ты ответил просто хорошо. Ну, ты знаешь, просто на тот момент я просто так, знаешь, не подумал, и у меня мысли просто... Сейчас подумал. Быстрее сердца моего улетели. И сейчас я неделя, как раз-таки мне нужна была неделя для того, чтобы я все осознал, для того, чтобы я переосмыслил наше с тобой общение и как-то вот, ну, опять по-новому, может быть, попробовать начать наши отношения, потому что все-таки нас связывало много. Кстати, я вижу вот этот вот альбом, помнишь, мы с тобой на наше там полугодие, да, покупали? И здесь наши... Ой, ты помнишь вот это, когда мы гуляли с тобой в Царицыно? Не помню. Как не помнишь? Я за неделю все забыла. Ну, ты знаешь, что я делаю целую неделю? Все эти кадры у меня вот здесь в сердце. Я всю эту неделю думала о нас даже. И я все решила, что... Лучше так оставить, как Кать, есть. Кать, подожди, не надо, пожалуйста. Ну, только не, ну не надо, пожалуйста. Ну, давай начнем сначала, давай начнем по-новому. Я думаю, смысл нет. Смысл есть, он всегда есть, но надо просто попробовать. Не заканчивай отношения сейчас. Ну, ну ты попробуй, может быть, ну, я изменился. Мне реально недели хватило для того, чтобы измениться. Давай попробуем. Не говори нет, давай попробуем. Мне надо подумать. Подумать. Давай подумаем вместе. Пойдем в кафе и посидим, попьем чай, и ты подумаешь, и я тоже вместе с тобой пообщаемся. Я как раз заказал хорошее кафе, и можем сходить сейчас. Ты оно уже недалеко. Знал, да, что я отвечу? Нет, я не знал, но если бы ты ответил бы мне нет, я ты поехал в другой бы. Поехала. Я поехал бы туда и просто горевал бы там, я не знаю, и... Хорошо? Ну ладно, да. Катюш, честно говоря, для меня было полной неожиданностью, что ты согласишься, потому что я видела твой настрой, твое твердое решение, что точно нет. Почему ты приняла букет? Ну, мне так, наверное, немножко любопытно стало. Я хотела спросить все-таки подробнее, почему так произошло, почему он так сказал, что... Ну, так просто одним словом сказал, хорошо. Наверное, больше что-то узнать. А какой смысл узнавать, если в любом случае, что бы этот человек тебе ни сказал, в любом случае ваши отношения бесперспективны, потому что есть обстоятельства, которые невозможно преодолеть. Смысл узнавать лишнюю информацию? Ну... Я не могу объяснить. Но сегодня у нас в программе будет психолог Виктория, которая поможет объяснить, что же делать с любопытством, если тебе действительно любопытно. Вот. Как, так скажем, не замкнуть отношения, чтобы не ходить по кругу годами. И как выйти из этой ситуации с достоинством в следующий раз, мы узнаем вместе с нашим психологом Викторией. А кто еще с ней не знаком, внимание на экран. Виктория Глебова. Замужем. Воспитывает двух сыновей. Практический психолог. Преподаватель музыки. Семейный консультант не только на словах, но и на деле. Только за один год помогла более чем 60 зрителям справиться с психологическими проблемами различной сложности. Катенька, посмотрела я ситуацию эту со стороны, поняла, что кисточки с красками не совсем тебе, оказывается, помогли. Проблема куда глубже лежит, и нужно ее куда серьезнее разбирать. Поэтому давай мы, знаешь, наверное, сейчас как сделаем. Мы обыграем эту ситуацию, я ее обыграю, ты посидишь, послушаешь, а я постараюсь обыграть ее с Кареном. Виктория. Ты что здесь делаешь? Виктория, я не мог неделю ждать. Забирай цветы. Я эти цветы вез с Америки, вот, Виктория. И картину тебе картина, тоже. Какая все. Картина, Виктория? Все. Это ты нарисовала, я буду смотреть на нее всегда. Ну, вот такая вот у нас ситуация. Я не пускаю здесь Карен, потому что для себя я приняла точное решение, как бы, что в наших отношениях сейчас точка. И для того, чтобы... окончательно, ну, как бы эту точку поставить, я не допускаю его на свою территорию, потому что сейчас для меня как бы это уже обозначено точно нет. Катюш, я постаралась сейчас обыграть эту ситуацию, как я ее вижу со стороны, потому что я считаю, что если
ты говоришь «да», то это должно быть окончательное «да». Если, соответственно, ты сомневаешься, то, наверное, тебе нужно было еще какой-то период времени взять для того, чтобы определиться, все-таки «да» это или между «да» или «нет». В этой ситуации для меня она была закрыта. Поэтому я уже человеку дала понять, что здесь, как бы на мою территорию, уже ему делать присутствовать нечего. Хочу начать новую жизнь без него уже, соответственно, чтобы меня ничего не мучило, чтобы я могла заниматься любимым делом, вот, и чтобы оно меня не отвлекало в те моменты, даже когда вот такое вдруг происходит. Дорогие друзья, и давайте мы с вами вместе и вместе с нашим психологом подытожим, попробуем подытожить, да, эту ситуацию. Как же правильно начать реагировать, как правильно говорить, а может быть, когда-то и нужно сказать и «нет», да? Вот та ситуация, которая была проиграна с Катей, дала понять нам определенно ясно, что Катя, конечно, от отношений этих еще полностью не ушла, целиком и полностью, что мы видели по тем действиям, которые происходили. Что касается бесперспективных отношений вообще и как из них выходить? Ну, во-первых, наверное, нужно проанализировать и взять на это время, чтобы проанализировать эти отношения с точки зрения тех затрат, даже психологических, какие они несут тебе. В плюс они выходят или в минус. То есть получаешь ты от них положительные эмоции или, может быть, наоборот, негативные эмоции. То есть вот что они несут за собой такие отношения? К чему они дальше приведут? Если, соответственно, у человека есть какое-то, может быть, за спиной прошлое, это семья его, да, то ты должна уже смотреть с этой ситуации. А если там он пьет или наркозависим, то есть ты должна подходить с этой ситуации и смотреть, как тебе комфортно это, либо некомфортно. Все ты должна продумать тоже заранее, и на это должно уйти у тебя время. Поэтому держи цветы и верни их Карену, чтобы не повторять эти ситуации вновь и вновь. Давай, давай, Катюша, вернись. Скажи Карену твердое «нет». Нет. Катюш, ну может быть все-таки давай попробуем, а? Ну что ты? Ну давай. Да давай. Анастасия. Единственное, я хотела бы еще отметить то, что очень важно в любых отношениях, когда они строятся, давать человеку понять все-таки, какие границы он может переступать и какие нет. Вы знаете, в Библии я вспоминаю часто слова, которые задавали ученики Иисусу, сколько раз можно прощать брата своего. Иисус сказал достаточно большую цифру. Но если в жизни мы с этим сталкиваемся, как же нам в этом вопросе поступать? И тогда можно сказать так, что если человек, ну, скажем так, один раз, может быть, оступился, и ты дал ему шанс, второй раз оступился, ты даешь ему шанс, третий раз, то до бесконечности процесс этот не может продолжаться. То есть ты со своей стороны должен, наверное, объяснить человеку, что тебе этот момент неприятен, что он никак не соотносится с тем, как ты живешь и так далее, с твоими принципами. И если человек это понимает, это здорово. Если он не понимает, ну, тогда здесь, наверное, стоит поставить точку, потому что дальше эти отношения также бесперспективны, и не факт, что вообще в дружеских отношениях останутся, потому что здесь нужно просто меняться самому. Если мы берем, к примеру, ситуацию не с Катей, а с каким-то молодым человеком, что тоже встречается очень часто, когда молодые люди говорят, что я вроде все делаю для девушки, она никак не может определиться, и я не пойму, то ли я друг, то ли я не друг, то ли я парень, то ли я не парень. Тут нужно тоже смотреть по ситуации. То есть если девушка, скажем так, держит его чисто для того, чтобы сходить в кино, там, разбавить, скажем, свое время, свои будни, для того, чтобы ей было хорошо, там, попросить с него там, каких-то очередных подарков, то парень должен делать определенный вывод. Если, соответственно, и парень, и девушка серьезно настроены, у них и настрои будут серьезные. Он будет думать о том, как познакомить ее с родителями. Соответственно, будет понимать, что, может быть, и прикосновения не всегда приемлемы при встречах, да, вот на раннем периоде и так далее. Вот. Нужно смотреть по этим ситуациям. Если парень, к примеру, или девушка прячет все свои переписки,
риски, боятся как-то так вот раскрыться перед друг другом, то это уже говорит немножко об обратном. То есть, значит, уже есть на что обратить внимание. Дорогие друзья, если сложилась у вас в жизни такая ситуация, может быть, ну, не такая конкретно, как у Кати, но что-то подобное, да, мы рады вам помочь. Вы можете присылать свои сообщения в наш контакт-центр. Он, кстати, действует, и лично я, Алиана и Виктория рады будут ответить на ваши вопросы. Дорогие друзья, если вы хотите присоединиться к нам, если вы хотите, чтобы мы смоделировали именно вашу ситуацию, то, пожалуйста, заходите на сайт, который вы видите на своем экране, регистрируйтесь на встречу и приходите, мы смоделируем вашу ситуацию и постараемся помочь именно вам. Это была программа «Будь в теме», и помните, что чем больше вопросов вы решаете, тем опытнее вы становитесь.